Так, рід, который ням-ням, раздавай АП фласки и сапроты сразу. Уже Сапроты АП, все. блядь, достал ты менять каждый раз А меня. шо ты давал? Ты мне СПД, я СПД уже набрал их. А, ну окей, бери, давай СПД тогда, это, и сапроты. Я АП раздам, сейчас только эти возьму. Людишка, демон, блядь, вчера меня на роге пиздил. Так, давайте обмен за АП фласки. Сапроты обмен этого ритемху печень. И СПД ритемху печень. О, ты ж вроде маг. Бля, а чё банк закрыт, нихуя не видно в банке? А, звание охуевое, да. У кого из ретриков билд с фридомом, замысел в кайф? О, абориген. Войда тоже. Ой, окей. Пускай аборигеном будет, если нормальный билд сможет сделать. Ну или будьте вдвоем похуй. Кому еще фласки на АП, везде обмен. Все взяли? Я не взял, что у тебя? Так, стоп, платил. Ты, блядь, сам мог бы себе взять с гриба, блядь, одну фласку. Не ебать, а, не там было. Не берется. Там стаком только можно взять. Почему стаком? Ну? А потому что я запрещал разделять. Теперь а? Ты можешь либо стаком взять, либо так. Ну, берешь стаком, делаешь одну, скидываешь обратно. Да, туда-сюда кидать, когда человек стоит рядом, уже готовы. Давай. Это три. Я, а нахуя было запрещать этим, блядь, замом нахуй перемещать? Что нахуй, блядь? Кто, Настя это сделала? Ну шо, да. Ой, блядь. Ладно. Чё, давайте шуриком сейчас я метки поставлю. И упоешь рыбу? Ча, секунду. Старплатину заберешь тогда кислотную, там в кресте ее потанчишь. А этот. Я жутку. Хилы, как обычно, в печеньке. Пятая пати будете стоять, когда змейки выйдут. Четвертая пати. Звезда. Третья пати. Ромбик. Давай черчина клубов, поехали. Смешно смотреть, когда Энх грудак мажет. Остальное слушать, и когда я говорю, разбежались, набрали рейндж 10 метров, особенно РДД, сразу, блять. Значит, вы, блять, сразу набираете рейндж, хилам центр оставляете, а сами по бокам, чтоб хилы доставали до всех. У тебя печенька. Вот дайте стулик к магии, пока не забыл. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, молодец. А что там, может, ССМ кого-то намазать? Самых глубоких и темных пещер грозовой гряды. Доля, тебя она может только забыть. Ты че? За что? 5, может быть, это моя судьба. 3, 2, 1. На пятом стаке забираешь. Опа. Чё с камерой у меня? О, из лужи вышли, доля. Забавно вообще. С набольными мелизонами. Экстайм. Лужи две полетело. Меловица, меловица, выйди. Блять.
Долго думаешь? Собирай. Да это муз, дай Берт по ней. Забери после, ну. Старплатином, блять, нажми там, нахуй. Репафните приста быстрее. Старплатином, блять. Может фрейм забагался. Не, там просто был на пол. Понял. Блять, что баганы на меня смотрят, я понял. Ну что в тебя напуливают? Так я не бью, блять, в смысле нахуй? Он сейчас дает мусор вообще бьет. Старплатину. Ладно, сейчас я соберу. Короче. Все, не забирай. Сейчас его держу. Чё за хуйня, блять? Что, блять, что за бред, нахуй? Стой, я ожидаю, пожалуйста, Инер помиловиться. Стойку проверьте, может стойка не талкает. Да нормально все со стойкой, блять. Это баг какой-то, нахуй. Он чуть смотрит на Старплатину, но стаки на меня вешает. Хуяч какой-то. Обычный баг. По меткам Сталина. Старплатин просил жуткую обод. Геру дали фул ДПС по кислоту. Агро? Да, агро там дзюды, пожалуйста, такой. Без хуйни, пожалуйста. Заебись, на мне дебафа нет, но он повесился. Это на хипло гнало, да? Блять, успеть бы добежать, нахуй. Стойте, стойте, стойте на месте, пожалуйста. Разбежались, набрали рейндж. Первая партия, добивайте кислот. А, все, нормально. Рейндж набрали, РДД все заранее. Рейндж десятка. У кого огонь не стоит? Разбежались, набрали рейндж все. Давайте, милики, разошлись быстрее. Все разошлись, рейндж 10 быстрее. Сейчас ты плюнет нахуй. Не хочет, должно плюнуть. Держим рейндж пока. Стой. Еще мало. На лайтбаун, бейте. Скарма миловицу прочитал. Еще раз может плюнуть, а не нормально. Меня почти подведу. Отойдите под лица. Блять, ты шо застанила меня, ну, уебище. Сейчас лужа будет еще. Лужа. Убивайте. Центр все стали. РДД метр, подъебало боссу милики, и РДД метров 7-8 от босса, станьте, чтоб проснутки нет. Подальше чуть от босса, метров 7-8 примерно, можете идти. Хрен. Крест будем, крест. Напротив креста остановитесь все. Крест. Старайтесь становиться все в крест. От бестии отбежали. Дам лужу еще под вас. Обходите быстрее. Вот побольше фул ДПС. Так же самое. РДД метров 7-8 от босса. И потом милики в стену. Я отведу немножко. Вот. Придумал места. Придумал.
готовьте сейчас скорее сбегать. Заебись, этот босс делает этот крест быстрее. От старплатина мы отбежали. Так, все в правую сторону бежите. Людишка в левую. Быстрее. Крест. Блять, ладно. От X-Time отбежали. Аккуратно смотрите, куда бежать. Добивайте. Блять, я лук забыл поставить. Сука. Ладно. Пройдите так быстрее эту хуйню, чтоб мне нет. Место в луке не заняла. Всё, мы идём. Право на кастан. Дальше. Там. Дальше. Мать. Я думаю, что плохо. Дальше группу будет стоять, я просто не знаю, что забыл поставить. Сфер эти, блять. Трофеи можете нидить сразу и рецепт остальное отказывается. Запускаю. РДД рассоситесь. Старплатину РДД. РДД рассоситесь на кемпы по два человека. Далеко слишком не отходите. Сканы слазь оттуда. На меня на пол. С платиновым РДД. РДД, блять, 11 метров ренжа набрали и по два человека в один кэмп стали еще. Не надо утыкать в голову. Так, сука, у нас тримага. Старайтесь стаки как можно быстрее снимать. Мани. Так, приготовились. Врата свичнули? Врата пошли. Врата. Дэдмус опрокил. На стан дайте, поменяйтесь, ну. Баба бомдали его я сильно. Пока косты хила не пойти. Стаки сними. Волка прохил. Больше мап.
Давай я выбежу. А чё за блядство нахуй с этим? Ритан попротил. Приготовились. Ещё милики пошли вулкан бить. Пошли вулкан, 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 залили быстрее. Убили, убили вулкан. На лайфбаунт. Когда скажу, дашь ману огонь. Давай ману огонь. Залили первый таргет звезду. Потом второй. Людишка, бестию прохил. Бестию прохил. Последнего добили. Все, босс начали. Кто ее прохил? Страхи сняли быстрее. Ромашка побежал. Врата свичная. Абориген, когда скажу, дашь стан. Блять, да, да вы не давайте сразу стану к этим вратам. Вот сейчас давай стан, абориген, давай, давай. Да. Угу. Все отлично. Алканфел кош нажми. Бейте босса по бою. Ты где просил? По бабе немножко сыграйте, скоро вулкан будет. Ритен выбежал. Бабу добивайте быстрее, сейчас вулкан будет. Все, пошли вулкан бить. Вулкан свищен, не будем герной. По вулкану поехали быстрее, дали тут ДПС. Кого я манагон? Стаки забирайте быстрее, мэй. Давай манагон. Блять. Голем убивайте первым быстрее. Потом то экстайл. Ладно, не будем никого бэрить, похуй. И не вставать. Играйте по боссу. Экстайма прохил. Да, я понял, что вас молния дробила. Там маги, блядь, стаки до конца не спужили. Там 3 стака оставалось. Там или хосты киньте. Какой нахуй иннер, блять, откисай, блять, иннер, блять. О, конфела прохил. Играйте по боссу, не надо ворота бить. По боссу просто играйте. От лута отказывайтесь, но рецепты можете ролить, трофеи. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов. Мне в танка. Справиться с ордынским отродьем. Может, на танк. Никакого заговора здесь нет. В следующем бою вы встретите смогу... Дойдите все под 4 Орды. Рыбку ставлю, фавайте. Рит, раздай, пожалуйста, всем эти. Тебе не слышно было еще раз мне спекаться про товара? Да, спекаешься. Я же этот... кто у меня сферу спиздил, нахуй? Дед Муз, блядь. Сука, не жди. Что я хотел? А, Рид, зелья несокрушимости всем. Печеньки. Звезде обмен дадите. Хотя нет, стоп, череп.
Ой, блядь, какой хуёвый стак вышел, ёбаный в рот. Ладно, хотя бы ретрити нету. Ладно, меняю смурфетку, сейчас держишь максимально. И дуб надо поменять. Сейчас буквально 2 минуты. Там быстро можете покурить. 2 минуты буквально. Давай шмотки снимаем. Будем стримить на YouTube. 5, 4, 3, 2, 1. Да, раздевайся. Стрим подрубим, пацаны посмотрят. Так, сорян, ребят, слышите меня? Да. Смог, ты будешь вместе со мной вот тут вот, ну, с левой стороны, где я стою, короче, под озёрками. Так, по контролам. Батя, феряешь максимально ханта. По КД. Яша, циклонишь ханта. И Ватсон, ромашка, хиксуешь ханта. Чтоб он, блядь, вообще не стрелял. Держите его все время в контроле. Вы троем это можете спокойно делать. Дальше. Печеньку. Соуса отшипаешь. Дедмус циклонишь. И рид хекс по печеньке. Полумесяц. Полумесяц. Блять, сейчас. Как доля хекс по полумесяцу твой будет? Экстайм шипаешь. И если что, ю-ю этот, позбиваешь косты салом, там, гриппом, чем-нибудь, короче, если будет шут.
Дэдмуз, печеньку ты контришь. Потом, когда убьем печеньку, уже будете помогать полностью с контролем. Если милики пойдут в рейд, Юю, постараешься рогу увести. Старплатином твой будет ДКшник. Дэдмуз, этого... Вара, поддержишь. Шокул, да. Это если пойдут в рейд. Так, тотем поставлен. У кого аура на броню? Ретрики ведь аура на броню. Все аборигены. Okay. Отстаньте все туда вот под ворота. Вот вам крест поставил метку. Это мы спулим. Надо доля. На секунду так выйдешь, поторгуешь своими ебальничками и пойдешь назад. Юю первый гриппер, старплатинум второй. Доля, прием. Мне. Я могу тогда не надевать дробяшку с щитом. И там точно побегут на меня. И тебе не сразу надо, ну можешь не одевать, да. Ну, типа, не сразу тебе выбежать надо. Они как к нам милики подбегут, потом выбегаешь, соответственно. Скана сразу там не хиль, потому что, блядь, на тебя все РДД побегут, если доля проебнется. Зачем на полмаф? Там СС повесить на кого-то. Да, на смурфетку, да, СС? На смурфетку, не на скану? Да, на смурфетку. Кирилл, мне тогда зелье не пить? Ты тоже пьешь зелье, блядь, просто нахуй выйдешь, блядь, они эти сагрятся, блядь. Не видел, как я делаю в первом рейде, или что? Нет, я на ханте пою. Сука, вагон, блядь. Скана, дальше отойди и стой на максимально... Мы под этим флагом смурфстараемся там. А чё, дым? 5, 4, 3, нормально? Зелье пейте. Нажимаем ману броню. Поехали. Все, можешь выходить потихоньку. Все, к вам побежали нормально. Где не на доле. Контролы там раздавать. Герду дали, фул ДПС по ромбу. Ром первым убивайте. Все, смурфетку максимально держи. Я пошел косты кикать. Ханта контрол обновить надо срочно. Я у ханта фир что-нибудь, хекс 100 контролит. По локу играйте, печенка. Печеньку бейте. Гриб. Дал сало. Полумесяц закрою кас сейчас. Полумесяц надо что-нибудь там свернуть, может. Стан въебать. Хекс, окей. Ханта контрол. Ханта все время в контроле должен быть. Чтоб он с контрола вообще не ходил. Циклон, хекс по ханту. Циклон либо хекс по ханту. Быстрее, блядь. Блядь, дизарм дай трипл по звезде, быстрее подойди. Ладно, после циклона еще один циклон будет, потом даже дизарм. Все, давай вот сейчас дизарм по ханту. Печеньки сбейте, каст. Полумесяц сюда гриб. Полумесяц гриб. Прохил. Смурфетку прохил. Не машивай. Блять. Ладно, играйте. Да, все, играйте по полумесяцу. Еще один гриб по полумесяцу сюда. Второй гриб должен быть. Сейчас стан выйдет, я под гриб. Все, полумесяц бейте. Контрол звезду. Батя, дерево по бань и по фире. Яша твой пока хант остается. Дэдмуз, паладина циклонишь. Я только и рома... на неё всё куда. А, ну окей. Ханта контрол. Блять. Дизарм, дай этот вот конфел по звезде быстрее. Отбеги звезде дизарм. Блять, все понял, окей. Полумесяц добивайте.
Сейчас контроль по ханту нужен. Да, но это дизайн. Там покаяние. Там же аковы были. Обычно. Стан дайте, стан дайте обычный. Да, ага, да, да. Добивайте полный месяц. Кто я или кто там, дайте дизарм по звезде и играйте по звезде. Дизарм ебаните, потом стан после дизарма пролить. О, вижу, дизарм есть. Бейте ханта. Абориген, дай точечный стан, если есть. Давал, давал только что. Вот. А, Войт, Войт Лайт, дай я точечный тоже. Контрольте и кикайте косты шаману. Палуй тогда. Батя твой друид. Банишь, филяешь. Есть бомб. Не, шаману. У меня не набран. Не набран рун. Я понял, окей. Все нормально, мне откатились. Сейчас дам тебе. Не, пока нормально. Яша, дай идр пускай. Подойди, пожалуйста. Бейте сону. Самого. Я могу пойти похилить, раз комплект с ним. Дерево контроль дальше, мать. Я вот типа сгрипл все. Пиздец, блять, промах нахуй. Кикарь, промах сало попало. Охуенно кар закрываю нахуй. Ебучий сервер, блядь. К вам Америке побежали. Не, нормально, нормально. Не, двое бегут. Щиток, щиток. Рога и еще. Дал ему на броню. Окей, Кандетмус, твой рога. Это корню его, циклон и так далее. Этот Старплатину. Попробуй ДК вывести, пожалуйста. Похуй на него, играйте дальше, попал. Хилок убьем. Я же покорню и ДКшника и подсекунду, пожалуйста. А Дэтмус. Не ловится, готовься МСД исполнять, чтобы бамбу сразу снять спал. Уржите дот. Ход точнее. Спал. Не ловится без маны. Ну так же не надо, не надо. Похуй. Не на рекене у нас просто. То есть я только сетотем волк поставил. Или доля где-то. У кого есть. Смейте ДКшку. Блять, так непривычно нахуй, катка нету, блять. Лент с потом убивать. Так тебе в рейде у нас нету, да? Умножаем.
вводишь талант. А что, энхи разве этот талант не качает? На тотем? На мини-хаус нет, я не качал. Ну типа ты очень многим жертву, что это, то есть ты берешь оба бафа. А я качнул на ловкость ты там. Чтоб всего земли больше. Ну, блять, у меня билда нет нахуй на кокси. Я его снес нахуй. Че, вырастает? Я делал почему? Мистер Пластинум Фрост есть вроде. Ну, он в анхолике вроде, да. Просто сколько не бегаешь, по почти 98% мест, куда попадал, на этот хит всегда ДК с бафом. Ну сейчас кто-то перейдет, уже... отбьется. После этого босса все. Поставьте сразу в шкаф, я сманусь, поменяю спек обратно в ДД. Кто? Спуфетка. Блять, ну, я не делал этот лут отказывайтесь, а стрим, я не делал просто этот, квесты эти на 35. Чё там, смурфетка не будет ловить эти сферы? А, стой, смурфетка, реально, сферы будешь ловить. Окей. Okay. Вместе с Войдом на пару. Сколько вайпов? Потом всё равно придётся сумониться. Пока что ноль. Ну вот, сейчас можно на вайков ещё. Дайте ребаф каску. Дали. Старплайте он со мной будет танчить. И. И Ваня, третий будешь сферы ловить. Сыграем на следующий. Ваня с левой стороны ловишь, с морфеткой с правой и воет по центру. Хотя не, воет по справа, а с морфеткой по центру. Да, вдвоем они не половят. Да, блядь, лучше троём, нахуй. Тем более идем нормально. Но мне кажется, сейчас на нубе проебемся из-за того, что у нас на пол, блядь, проблемы будут. Как хочешь. Я думаю, можно Энха поставить, половить. Одного. Ну, можно Энха, кстати, на Ридер поставить. Все равно не жалко. Все равно без тотема, да? Ой, бля. А чё никто не выпустил? Типа, внутренняя КД на 3. Ну, сейчас будете молиться на Рока. Только они вам помогут. Оно бы убить нам. Володь, это вопрос по поводу сферы. Вот смотри, справа это вот здесь вот я, да? Вот. Да. И когда перебежим туда, я буду вот здесь справа, то есть от этого, то есть вот здесь. Да, вот, 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 вот. Совершенно верно. Ого, я пошутил, можешь не ловить еще. Так, экстраплатину темную заберешь, если суть не сделки. Остальные все в метку стали, ровно стоим, кроме тех людей, которые ловят сетки. Вообще на ПЛМ. Все, отлично, поехали. Поехали, экстраплатину пуляй, или что это? Экстраплатину мы напулил, конфил. Молодец, пропасть нам, ты герой, блин. Бывает со стороны, ну, где мы танчим, может не ловить теперь. Я сам половлю. Опа, у меня зависло. Что там происходит? Темная воронка, не пьем, продолжаем. Хильти, который не отлагал нормально. Хильти танков, которые ловят сферки. Максимально. Заебал эти лаги, блять, кончено. 36 пинга, блять, и подвисает на 7.6, блять.
Белая. Светлую сущность все взяли, по ромбу поехали. Быстрее. Темные ловите сферки. Меловица, вернись в рейд. Да, и я из балансера платил. Блять, че вы смурфетку уронили? Дедмус, дай бы РП смурфетки быстрее. Темные сферки ловите. Рибаф нулевая. Пошли, перевозим. Дай ШВХ, кто там, смурфетка. Дал. Дал. Блять, дай сокру скана и бабл нажми. Ровно в метку встаньте. Встаем, сейчас сбиваем ром. Чит. Чем белые сверки начинается ловить, темные сущность взяли все и по звезде поехали. Кто там с белой стоит до сих пор? Волк, кто еще будет? Кстати, шкаф. Да сейчас упадем вниз, там уже со мной. Уроги. Сейчас от вас очень многое зависит. Войт, ты будешь в хиле. Ой, блять, Войт, абориген, ты сейчас в хиле будешь шестым. Угу. Поможет место уступить, Кинка? Я могу уступить, если надо. Если код это... есть в рейде, например. Это кто сейчас говорит? Смурфетка. Тебе ничего не надо там? На танка нет. Ну окей. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания. А Конфел, ты справишься с наплывом? Копательный. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Срипал, блин. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю. Я тебе пока смурф кикну спать на этом. Лютишка, зачем тебе масло на ап? Ты вроде маг. А если масло апешное? Ну шо с посоха ебашит. А, в мили хуярит, ну понятно тогда. ДПС у него заебись, трое мест. На лаки прожался. Вы просто не сечете, блядь, тактику маг на АП, на, понимаете? Видите, как он хуярит? Он на жорике первый по диспелу. И первый по ДПС. Просто у соуса лагает, видимо.
Ну, как бы сейчас на жорике посмотреть, когда из трех магов всего два диспелят. Ну да. Шаманы помогают. Так, Йо-Йо, твоя задача, грипнешься на сферу и как можно быстрее убьешь в печеньке. Она должна умереть, эта сферка, примерно. Хорошо? Ты чё, на скинке есть опытный? Да это не скинке, это кишки. Йо-Йо, ты тут? Сделаешь это? Да ладно, не надо. Бей босс, пускай ее сами. Можете вдвоем, мне похуй. Главное, чтобы эта сверка разбилась в печеньке в самом начале. Так а давайте они в печеньке, а где-то сюда вот чуть. Ну да, сделать похуй. Нет, вот этот бордюр багается иногда. Какой бордюр? Че он багается? Ну, жуки зарываются на нем иногда. Даже. Мы в прошлый раз, когда били в первом рейде, я вообще в него воткнулся и не мог никуда двигаться. Так, короче, теперь на второй фазе Раянти. Вот этот, когда вторая фаза начинается, Раянти, твой первый шаг, покопателю будет в этом правом. Бестия, твой второй. И если выйдет еще третья пачка, то Аус, твой третий шаг. По третьей пачке. Запомнили очередность? Раянти, Бестия, Яус. Третий. Услышали? Раянти, Бестия. Раянти, еще красава.